многие забыли, как это может быть вкусно. Пельмени лобские. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш. Масло. Лук. Сладких сортов для вызывания бульончика. И вкус. С добавлением сливочного масла готовим тонкое яичное тесто. И перец. Совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш. Масло. Лук. Сладких сортов для образования бульончика. И вкус. С добавлением сливочного масла готовим тонкое яичное тесто. И перец. Совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш. Масло. Лук. Сладких сортов для образования бульончика. И вкус. С добавлением сливочного масла готовим тонкое яичное тесто. И перец. Совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста.